Свои честно заработанные вернулись 151 человеку. Общая сумма долга завода перед работниками была более 16 миллионов рублей. По мнению Вениамина Кондратьева, несмотря на сложную экономическую ситуацию, необходимо сохранить уникальное предприятие и обеспечить его сотрудникам стабильность. Мы просто не можем бросить на произвол предприятие с такой богатой историей и оставить рабочих один на один с проблемой задержки зарплаты. Это в первую очередь активная жизнь человека. Давайте это понимать. За каждым конкретным работником стоит его семья, планы на будущее. Мы и впредь намерены предпринимать все действия, чтобы сберечь интеллектуальную собственность завода и возродить отрасль станкостроения в крае. Напомню, что до 2014 года Седин был основным заводом по производству станкоинструментальной продукции. Последние два года из-за больших кредитов и финансовых проблем серийный выпуск изделий был приостановлен.